Какой будет моя жизнь в созидательном обществе? Друзья, пришло время ответить на этот волнующий всех нас вопрос. Устраивайтесь поудобнее. Мы приглашаем вас в прекрасный мир, в котором самое ценное — это человеческая жизнь. Твоя жизнь. Условия жизни, быт. Уже при переходном периоде с потребительского формата общества на созидательный, каждому человеку для комфортной жизни сразу будет предоставлено жилье с минимальной нормой 60 квадратных метров. Если у тебя семья из 5 человек, вы будете жить в доме или квартире площадью 300 квадратных метров. Это жилье будет вашей собственностью. Оно не будет облагаться налогами и коммунальными платежами. По мере роста семьи жилплощадь будет расширяться. Будет создан рай для потребителя. Наличие свободного времени, денег и разнообразие качественной и доступной продукции. И это уже в переходном периоде с потребительского формата на созидательное общество. Финансовая свобода. Человек с самого рождения станет финансово независимым. С первого дня переходного периода на созидательное общество будут списаны все ипотеки и кредиты. Больше не будет инфляции. На один и тот же товар или услугу цены будут одинаковые по всему миру. Уйдут налоги малого и среднего бизнеса. Больше никаких налогов для частных лиц. Ты ежемесячно будешь получать безусловный базовый доход в размере 10 тысяч долларов. Не будет нужды работать, чтобы иметь крышу над головой и прокормить семью. В созидательном обществе ты будешь всегда уверен в завтрашнем дне. Хочешь больше денег? Можешь работать, занимаясь любимым делом. Всего 4 часа в день, 4 дня в неделю. Отпуск минимум 2 месяца в году. Хочешь работать еще больше? Потому что кайфуешь от работы, принося пользу обществу? Пожалуйста, ты всегда свободен в выборе. Всю тяжелую, опасную, вредную и монотонную работу будут выполнять роботы и автоматизированные системы. Человек не раб, чтобы пахать с утра до ночи за копейки. У тебя появится время на себя. Ты сможешь заниматься тем, что тебе действительно дорого. Проводить время с любимыми людьми. Заниматься саморазвитием, творчеством. Путешествовать в любые уголки планеты без виз и ограничений. В созидательном обществе каждый день жизни приносит только радость и наслаждение. Экология. Производство станет безотходным и полностью экологичным. Больше не нужны будут пестициды и химия, чтобы выращивать продукты. На твоем столе всегда будет только вкусная, полезная и разнообразная еда. В любом месте ты сможешь насладиться чистым свежим воздухом. Пить кристально чистую воду, насыщенную полезными микроэлементами и минералами. В созидательном обществе мы восстановим экосистему планеты и сможем любоваться чистотой океанов и красотой первозданных лесов. Созидательное общество — это мир гармонии и красоты. Медицина. Абсолютное здоровье каждого человека — это одна из приоритетных целей созидательного общества. С самого начала переходного периода медицина будет бесплатной для каждого человека. Доктора будут получать зарплату за здоровых пациентов. Человек больше не будет рассматриваться как прибыльный клиент. Каждый медицинский центр будет оборудован искусственным интеллектом, который вберет в себя опыт всех лучших врачей мира за всю историю человечества. Сам подход в медицине изменится. Она будет на 90% профилактической. И все это сразу же в переходном периоде. А в созидательном обществе новые технологии позволят человечеству
никогда не болеть. У каждого человека будет возможность значительно увеличить срок своей жизни. Разработки этих технологий есть уже сейчас, но потребительский формат делает их недоступными для нас. Простой прибор, установленный в душевой кабине, просканирует твой организм и подкорректирует твой внешний вид согласно твоим пожеланиям. В созидательном обществе ты будешь по-настоящему здоров. Совершенно бесплатно. Образование. Ты заслуживаешь достойного, качественного и бесплатного образования. Любишь учиться? В созидательном обществе ты сможешь получить столько образований, сколько захочешь. И не нужно будет переживать о заработке на жизнь, ведь у тебя будет безусловный базовый доход. С первых дней переходного периода к созидательному обществу ты легко, по желанию, сможешь получить новую профессию. Искусственный интеллект создаст для тебя адаптивную программу образования согласно твоим индивидуальным особенностям. Ты сможешь обучаться в любой точке мира в удобное для тебя время. Созидательное общество — это мир грамотных и всесторонне развитых личностей. Свобода. Люди будут сами решать, по каким правилам и законам жить, а свои решения реализовывать через голосование на единой платформе. Наивысшая ценность — это человеческая жизнь. Все будет строиться вокруг этой фундаментальной основы. Мировые СМИ будут находиться не в частных руках, а принадлежать всему обществу. Это значит, что они больше не смогут манипулировать общественным мнением ради наживы единиц. СМИ будут правдиво и целостно информировать людей, просвещать и вдохновлять. Безопасность. Уже в переходном периоде с потребительского формата на созидательное общество судьба людей больше не будет зависеть от того, какое решение примут единицы и о чем смогут договориться между собой власть имущие. Общество создаст условия, в которых будут невозможны войны, убийства, воровство, рабство, торговля людьми, наркоторговля. Полностью исчезнет преступность. Повсеместно будут внедрены новейшие технологии, которые помогут единой службе безопасности работать на опережение, предотвращать несчастные случаи и преступления. Полной уверенности и спокойствии ты сможешь отпустить ребенка в школу или на улицу. Возвращаясь вечером домой, гуляя по парку или идя на концерт, ты будешь защищен в любое время суток. Будет решена главная опасность — угроза глобальной климатической катастрофы. Человечеству больше никогда не будут угрожать климатические катаклизмы и войны. В созидательном обществе ты и твои близкие будут в безопасности в любой точке планеты. Все это ты получишь с первых дней переходного периода, а уже в созидательном обществе, благодаря такой технологии, как репликатор, у тебя будет возможность получить все необходимое. Любую еду, одежду, предметы быта и многое другое. Как бы фантастически оно ни звучало, но большая часть всех технологий, о которых мы говорим, уже существует. Просто их применение в потребительском формате невозможно. Начиная с переходного периода, наука и технологии будут направлены на улучшение качества жизни человека. Жизнь должна приносить только радость и наслаждение. Весь абсурд состоит в том, что, имея возможности уже жить в созидательном обществе, мы продолжаем поддерживать потребительский формат. Мы можем построить созидательное общество мирно, без борьбы и противостояния, в кратчайшие сроки. Никаких революций больше не будет, кроме научно-технических, которые будут постоянным и естественным явлением в созидательном обществе. Расскажи о такой перспективе своей семье, друзьям, соседям и знакомым.
Поделись, насколько для них созидательное общество выгодно и круто. Мы с тобой живем в удивительное время, когда за короткий срок можно перейти из рабской системы потребительского формата в свободный и безопасный мир созидательного общества. Все зависит от тебя. Хочешь такой жизни? Поддержи созидательное общество и расскажи о нем всем.